Да. Мне не надо. Вот так вот едем, спешим. Красит оно. Не, я не крашу. Мажет. Это масочка. Не масочка, это. Мажет и мажет. Это сыворотка с маслом. Сыворотка правды? Нет, сыворотка с маслом. Сыворотка с маской? Вот. Сыворотка. Обалдеть. В общем, с маслом и со всякими. В общем, вот так вот начинается наше утро. Короче, друзья, круто, что у меня женщина механик, повар, вообще все и сразу. Там, говорит, сейчас подушки безопасности, говорит, сейчас сделаю все туда-сюда, просто. Смотрите, изучает. Говорит, я все сейчас сделаю, там что-то подушки выключились. Говорит, сейчас, смотрите, о, профессионал. Смотрите, какой серьезный вид. Смотри, о, молодец. Ты сделаешь их или нет уже? Нам пора ехать. Ты вот что сделала, скажи? Я купила луги за 30 рублей. Ты, я тебя за купальником отправил. Купила, ты купальник купила? Купальник тоже. Просто мы значит, ждем ее в ресторане. В ресторане. Как бы ждем в ресторане. А ты как бы по магазинам шопиться пошла. Купальник вот. Купальник, ну покажи. Купальник 200 рублей, надеюсь, стоит? Нет, купальник дороже всего, блин, стоит. Сколько? Сколько, 800. Расскажи. 800 рублей. Это называется самый бюджетный отдых в мире. Почему-то, уги за 300. Почему-то мы тратим 300 рублей на уги туда-сюда, но денег уходит в 10 раз больше. Плюс у меня айфон заблокировался. А 3 раза? Карточка там. Все, раз... Тир. Помогите, я могу понять, что ты хочешь. Тир, пойдем в тир, тут есть тир. Тут есть тир. Помогите, друзья. Она пристала ко мне. Что ты хочешь? Пойдем в тир. Какой тир? Я нашла, там есть тир. Мы, короче, оказались, мы приехали намеренно сюда. Намеренно. Мы приехали в офигенный просто отель за городом, за Москвой далеко. И тут есть все, тир. И тут есть бублик, тир, спа, массажи, бассейн. Тихо, подожди. Стой, прическа, аккуратно. Стой, ай, пожалуйста. Друзья, если вдруг вы меня не увидите больше после этой истории, знайте, что я с Майей пошел в тир. Все, отбой. Ну, хомячит уже. Смотрите, у нас маленький легкий перекус. Как это называется, этот домик? Чайный. Чайный домик. Легкий чайный перекус называется. Вот так. Так, я теперь понял, какой рецепт сосисок в тесте мне нравится больше всего. Вот, просто бомба. Просто бомба. Май, будешь готовить такие сиськи в тесте? Леш, ты так стоишь, что у тебя из рюкзака можно украсть все. Ты чё, положи назад. Это что за обалдеть? Это что за грибы? Обалдеть. Что за грибы, Стас? Что за обалдеть? Не знаю, выросли вот только-только. Прикиньте, в этих грибах, оказывается, плавают внутри. Как так получилось, я не знаю, но мы сейчас проверим. Это все спа-центр. Ребята, ну это просто бомба. Это просто бомба. Что здесь происходит? Здесь... Штук 10 разных саун. Просто. Да. Ну что за чудеса. Все, будем сейчас все осваивать. Есть сюрприз для тебя. Иди сюда. Заходи. 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 Май, зайди. Я тебе говорю, зайди. Заходи. Давай. Давай. Не, Леш, я не пойду. Друзья, вы такое видели? Это просто, это сауна-морозилка. Сауна-морозилка. Это... Как такое возможно? Здесь снег настоящий. Уходи быстрее. Уходи, там холодно. А это самая большая сауна в мире. Обалдеть. Это тут не видно, но это все она. Это просто как кинозал. Обалдеть. Просто кинозал. Май, ну это чисто моя фишка. Вот оно. Вот это жизнь. Смотрите, лежечка хорошая. О, музыку слышишь какая? Тун-тун-тун. Опачки. Друзья, я хотел этого уже много-много времени. Тут боулинг. Наконец-то. Итак, вашему вниманию представляется профессиональный игрок в боулинг Алексей Купин. Погнали. Та-та-ра-тан! Ты что, почти так, страйк выбил? Все, смотри дальше. Давай. Один, надо один, два один, добить, один, Леш. Сейчас. Вы увидите профессионала. Это я скоро сюда. А это надо. Убил страйк!
Как у тебя повезло? Посмотрите, как Майя подписана. Страйк выбила, молодец, молодец. Такое прикольное ощущение, когда ты сидишь в машине, когда ее моют. Что, близко делает? Ну, открой дверь, скажи ему, нельзя так мыть машину. Да, не понимаю, я же ему объяснял. Я говорю, пожалуйста. Говорю, ну, пожалуйста, надо бережно мыть. Он берет и вот так вот этим шлангом, вот так вот прям впритык, вот так вот берет и чигачит. Ну что, я еще его попросил, говорю, губкой, пожалуйста, аккуратно. Сейчас уверен, возьмет тряпку какую-то половую, будет вот так вот. Шкрябать. Он еще говорит, я говорю, не понимаешь, что я говорю? Вот так говорит. Я говорю, точно понимаешь? То есть я понимаю, что он не понимает. Ну, он бомбит-то нехило, на самом деле, в тачку. Ну что, ну почему он так делает? Посмотрите, мы приехали, в какую красоту! Да. А сейчас мы идем в спа-зону, будем плавать. Вот купальник. Идем в спа-зону плавать. Будем сказать, всякими массажами радоваться себя. Короче, кайф. Так и надо готовиться к Новому году. Нам туда покажем. Огромная просто вообще зона отдыха. Просто огромная. Так, ну вот мы на территории нашего отеля дошли до спа-зоны. Посмотрите, какая большая. А это грибы, вот такие вот огромные грибы. Там внутри, видите, пар идет, там горячая вода. Сейчас мы наденем купальнички наши и пойдем плавать туда. Голова на улице, тело в тепле. Так, ну что, погнали. А что, кажется, что холодно? В смысле? Холодно? И сейчас мы вылезем на улицу. Лёш! Там холодно! И ты попадаешь в грибов! Мы на улице! В грибочечке! Кайф! Ой, ветер дует! Я крабик, в темноту иду. Давай. Блин, как холодно сверху. А в воде очень тепло, кайф. Я пока буду снимать себя, ты плаваешь. Блин, ребята, это просто кайф. 35 тысяч, блин, саун всяких разных, на кофе, на сене, на травках, на всяких и так далее. Вода есть вот с соленой водой, значит, бассейн. Там реально заходишь, она аж всплывает. Ты всплываешь. Есть купель, есть теплая вода, есть просто бассейн. Короче, блин, я так рада, что мы попали сюда. Так, мальчик, работай, я тебе заплатила, давай. Давай, работай, мальчик. Ага. Ага. Так, минус 1000 рублей с вашей зарплаты. А? Танцуем, говорю, минус 1000 рублей. Вот здесь есть вот такая вот баня, то есть это сауна. Это не тише. В которой есть чай с сушкой. Это ресторан. Да, но это сауна. Где сушки подают. Она греется, видите, мы здесь, все мокрые сидим. Смотрите, это ресторан «Шведский стол». Здесь кушаешь, сколько хочешь сушек, и пьешь, сколько хочешь чая. Бесплатно. Но сидишь в плюс 100. Без лимита, главное. Короче, мне в той сауне стало слишком жарко, еще и с чаем. Я в итоге... Они сидят дальше. Прикиньте, просто сауна, столик, чай, сушечки. Все сидят там и парятся, и едят параллельно. Я пошла в басик. Пока.